Наверное, каждый человек согласится с тем, что отдыхать всегда приятно. У реки, возле мангала или на лодке. Все мы хотим отвлечься от городской суеты. Приятный и разнообразный отдых на любой вкус предлагает база отдыха «Дубравушка». Зеркальная гладь озера Прось, разноцветные мазки цветов на лугах, яркие звездные ночи. Природа Дубравушки так и просится на холст. А какой тут воздух? Хочется надышаться им впрок. Что может быть лучше спокойного и расслабленного досуга в окружении живописной природы? И цена за отдых в таком месте весьма демократичная. У нас с семьей есть летняя традиция приезжать сюда, в Дубравушку. Нам здесь очень нравится. Природа, развлекательная программа и кормят хорошо. Детям здесь очень нравится. Что еще для счастья надо? Стоимость путевки входит. Трансфер до базы и обратно в город. Трехразовое питание. Работа детского аниматора. Прокат велосипедов и самокатов. Не секрет, что огромной популярностью пользуются и прогулки на лодках. Их, кстати, отдыхающим также выдают абсолютно бесплатно. Для активного семейного отдыха туристам выдается спортивный инвентарь. На базе существуют волейбольные, футбольные, баскетбольные площадки, теннисный корт и площадка для игры в пинг-понг. В этом году мы впервые заехали на базу отдыха «Дубравушка». Нам здесь очень нравится. Катаемся на лодках, вечером ходим на дискотеки. Кормят отлично. Жаль, что время здесь летит очень быстро. На территории базы расположено 20 уютных домиков. Они оборудованы современными душевыми кабинами и санузлами. В каждом из них спутниковое телевидение и холодильник. То есть для отдыхающих созданы все комфортные условия проживания. Загородная база отдыха подарит гамму впечатлений для души и тела. Не отказывай себе в удовольствии. Посети Дубравушку. Телефон 37 74 99.